Привет, привет всем любителям математики. Здравствуйте, дорогие друзья. Я передаю слово Раисе Петровне, своей маме. Так, давно вас не видела. Здравствуйте все вместе. Я вам решила задать задачку. Вот такой вот рисунок. Параллельная прямая АД, параллельная БЕ. И соединенная точкой С. Сторона АС равна стороне АД. Сторона СБ равна стороне БЕ. И нам нужно определить угол, образованный вот этими прямыми. Все. Найти его надо. Задачка седьмого класса. Да. Вот мама увлекается вот таким учебником. Да, мам? Да. Когда нечего делать. Так. Все. Думайте, да? Думайте. Так, а ты мне даешь решать? Да. Вот смотри, мам. Ну давай, аккуратно, держись. Так, ладно, мама говорит, а этим займется мой младшенький, да? А вот слушай, у вас была такая частушка, раз уж мы около забора? Мимо тещиного дома я без шуток не хожу. То в забор линейку суну, то и циркуль покажу. Была такая? Не была. Она по-другому пела. Ну ладно. Так, ну ладно, будем пробовать решать задачу. Первое, что мы видим сразу. Этот угол равен этому. Потому что треугольник DAC равнобедренный, верно? Давайте вот этот уголок обозначим угол 1. Ну и этот угол один, они одинаковы. И вот эти два угла в равнобедренном треугольнике равны. Вот. Угол 2. Угол 2. Сегодня все у нас сошлись. И бабушки, и внуки, и дети, и отцы, и дети, да? Эти два угла тоже одинаковы, правильно? Так, друзья, не со всеми, значит, сейчас спрашиваю. И вот тут, смотрите, какая идея у нас сегодня утром возникла. Вот этот уголок можно обозначить альфа, а вот этот бета. И теперь поглядите внимательно. Первое. Раз по условию прямые АД и БЕ параллельны, то сумма односторонних углов АБ секущая, альфа плюс бета 180 градусов. Сумма односторонних углов при параллельных и секущих 180 градусов. Есть. Теперь еще. А что если вот эту сторону продолжить? И вот эту продолжить. Вот этот уголок, друзья, накрест лежащий с углом бета, значит, он тоже угол бета. И внимание! Он является, кроме всего прочего, внешним для вот этого треугольника. А внешний угол равен сумме двух других несмежных с ним. А это два угла один. Два угла один. А внимание, вот этот уголок альфа, и это с ним накрест лежащий, тоже альфа. И он внешний для маленького треугольника, и уголок альфа равен сумме двух других несмежных с ним. Два угла два. Ну и что у нас получается, друзья мои? Глядите, угол альфа это два угла один. Два угла один. Мам, смотри, чуть-чуть модернизировал сейчас по ходу решения. Мы с тобой чуть потяжеловато, сейчас попроще. Смотри, угол один даже не будем выражать. Два угла один, а угол... это у нас угол бета, а это угол альфа. Два угла два. В сумме они равны 180 градусов. Смотри, сейчас попроще будет решение. Делим все на 2. И угол 1 плюс угол 2 равны 90 градусов. Смотри, чуть красивше. Или красивее, да? Ну пусть правильно говорить красивее, но мне слово красивше нравится. Угол 1 плюс угол 2 90 градусов. Сколько остается на угол х? 180 минус 90. 90 градусов. Угол х прямой. Угол х равен 90 градусов. Так. Подожди, а что не так? Идем, ну-ка.
Что такое? Ну, не знаю, нет, наверное. Ну, говори, говори, что такое. Пусть будет с аппаратом. Нам нечего скрывать. 45. Да почему 45-то? Мам, это углы, произвольный же треугольник. Они в сумме 90. 20 и 70. Все, правильно, молодец, что задала вопрос. В комментариях наверняка может такое быть. Задача решена. Всем большой математический привет. Пока.